В Грузии уже отпраздновали День независимости Казахстана. На торжественном мероприятии присутствовали представители казахстанской диаспоры, а также общественные и политические деятели. Подробнее в материале Анастасиади. Празднование Дня независимости Казахстана в этом году проходит заранее, так как чрезвычайный и полномочный посол Эрмухамед Эртезбаев завершает свою дипломатическую миссию в Грузии. Теперь он будет представлять интересы страны уже в Беларуси. И я хочу сказать, что отношение Грузии и грузин к нам, к Казахстану, к казахам, к нашему президенту, к нашей стране, оно искреннее. Они любят нас по-настоящему. По традиции МИДа уходящий посол принимает в дар грузинский кинжал от уполномоченного представителя государства, который находится с дипломатической миссией в Грузии дольше всех остальных коллег. Эртезбаеву этот презент вручил посол Чешской Республики. С Днем независимости Казахстан поздравили заместитель министра иностранных дел и депутаты парламента Грузии. Я с большим удовольствием поздравляю народ Казахстана с Днем независимости. Это святый праздник. В последний период особенно развились наши отношения Грузии и Казахстана. Я думаю, за последний период наши страны очень сблизились между собой. В советское время такого не было. И это подтверждает тот факт, насколько важна независимость и сколько возможностей выбора она предоставляет. И мы, и Казахстан, очень успешно воспользовались такой возможностью. В июле этого года Грузия и Казахстан отпраздновали 25-летие установления дипломатических отношений. Между странами налажена взаимная торговля, динамично развивается туризм. Государства активно сотрудничают в двусторонних и многосторонних форматах, например, в проекте нового «Шелкового пути». Кстати, в ближайшие дни в Тбилиси состоится форум «Шелкового пути», где стороны в очередной раз будут обсуждать углубление и укрепление взаимоотношений. Анна Анастасиади, Шалва Сурамелашвили, Хабар 24, Грузия.